И фишка в том, что очень долго смеялись, если ты стример видел все, то Карл Фу, какой Карл, мать его, Корал Фу, как правильно читается? Colorful, colorful, через А Карл посадки. Фу, Color, ну, не Карл, а colorful, colorful. Colorful, colorful. Корал Фу. Colorful, можешь colorful, можешь colorful. Карл. Карл. Корал. Корал Фу. Colorful, да. Непростое слово. Непростое Цветастый, слово. цветастый. Корал Фу. Окей. Карл Фу. Выиграл 3 с чем-то фокуса, получается. Три с чем-то, так и было, да. 3 с чем-то выиграл, и это было очень весело. Пошла катка. Да-да-да. Финальный левел. Мы сейчас Сколько у тебя секунд остаемся. слева наверху? Смотри, смотри. 0,055. Отлично, 1 секунда разница у нас всего лишь. Да, Так, ну, для тех, кто поэтому. смотрит записи, здрасте, у нас тут финал с летнего голда. Комментирует, соответственно, Соник, как вы могли уже догадаться. И Майкер, соответственно. Colorful играет против Муна. Вот, заразил ты меня. И Ну, почему нет такая Патмы, скажи тема. мне. Скажи, почему никто не делает из этих двух людей Патму здесь? Она же так решает здесь хорошо. На Да. Зе она, да, очень практична, очень много ее любят, все играют. Я вообще удивлен, во-первых, что Карл Фул вышел, Корал Фул вышел до финала, это очень круто. Но моим фанатом стал 15-й. 15-й, ты болел за него? Я не ожидал, что за него надо болеть. Ты понял, кто это вообще за игрок 15-й? Ну, чигол. Да, LP15 у него аккаунт, он, получается, играл и хуманами, и эльфами. Да. Это очень круто. Он выиграл Лавлиета 0-2 хуманами, а Чаймика выиграл эльфом 3-2. Просто он credible. И Это очень 120-м еще в круто. ничью сыграл. И Тоже весьма 120-м неплохо. сыграл ничего. Это представь, какой у него вообще просто, да? Да, но ты видел, как его Мун проучил? Особенно в третьей игре. Ну, была игра, когда он играл на Tinder Hunters, что он немного растерялся, если вот немножко еще, пока пошли первые замесы Да-да-да-да. у демона Hunter, почему они не взяли тут жрицу? Ну, во-первых, это финал, и рискованная тема брать на финал такую стратегию, потому что она всегда такая лайтовая. И непонятно, чем оно может закончиться, но вот Нейтрон, если вспомнить Нейтрона, есть такой игрок. Он играет очень интересно, жрица, и на АЗ у него тут прикольная тема с экспом практически 90%, эльфы очень многие проигрывают, его жрицы. Он так еще интересно ее строит и подстраивает, и в такие лишние битвы, которые не надо, он не... Это очень его забавляет. Но, как мы видим, сейчас идет Demon Hunter на Demon Hunter. Ты за кого болеешь из данной Я за карты? Муна. За Извините. Муна? Синий эльф. Синий эльф? Да, уже синий. Кстати, смотри, артефакты какие повыбивали интересные. Особенно Очень интересно. у Муна, у Муна. Агила хорошая. У Муна, да, Агила неплохая. Сейчас мы сделаем, сейчас мы вернемся, кое-что доделаем, мы доиграли LTD, А, мы ты там еще ставим. параллельно контролишь? Хорошо. Ну, все, Ну, успеваешь. все, мы вернулись. Да, мы поставили, и вот, в принципе, нормально. Все поставили легко по звуку. Бегают два демона Хантера. Как тебе вообще Рефорджа? Глаза не Ну, устают от Рефорджа. есть карты, где вот типа Тайдхантер, где там все зеленое, зеленая трава, она прям яркая. И здесь тоже днем она такая вырвиглазная немножко. Вот, но что-то на третий, на четвертый день я понял, что Рефорж не такой плохой, что можно привыкнуть и к нему, что, в общем-то, понятно уже, что происходит в сражении более-менее. Вот. А ты не думал переключиться на игру, на графике Рефоржа? Занять, так сказать, нишу. Вот у тебя было бы много зрителей, новичков, игроков, которые купили Reforge и познакомились таким образом с Варкрафтом. Интересное предложение, но дело в том, что от него устают глаза. Если, допустим, постримить лично у меня, не знаю, как и с остальных, если типа 10 часов я постримил на этой неделе Warcraft, они мне не уставали, но вот от Forge еще начал просто стримить, даже не играть, у меня начал просто сыпать на стул. И при этом я, ну, ничего лишнего не делал и ничего не дергал, то, что обычно дергаю.
Как-то так. И что-то устал, но говорят, не знаю, вот в чатике, что вы больше смотрели, не было принято сообществом, даже когда вот пытаются заставить играть на Reforge графике, она еще не играбельна, как по мне. Лично мое мнение. Ну, поэтому игроки и не играют, в общем-то. Ну, и поэтому, наверное, не смотрели бы сказать, ой, какой-то срыв идет от Муна Раш. Обращаем внимание, он увидел Hunter's Hall и сейчас выкупит, Мун выкупит, ой-ой-ой. Па не успел. Мун попытался выкупить внизу у Coral Fool'а Так. мобика, но был Висп жестоко убит. 2-2, идет раз, он должен отходить, он не должен драться, он дерется глупо, глупо становится. Даста нету, отдает хп Демону Хантеру, очень интимная, обходит, надо выкупить хлебореза. Если не выкупит хлебореза, два хлебореза это точно ГГ будет. Не показывает, ставит он пушку или нет. Подходит, барак должен срочно сесть, что ж ты показываешь? Да там Отсели, обскок, барак конечно, сел. да. Барак сел, да. Барак сел, хлебореза вымет, не вымет. Не, уже не вынул. Не вынул. Вот видишь, Т3 пошло. Да, пушку ставит. Т3 А зачем пошло, он? надо Как он отменять. отобьется? Скажи мне, пожалуйста, Я не как... знаю, сейчас убьет барак, причем всем Висповская еще будет. Это ГГ хлеборез. Если ты хлебореза, хлебореза, останешься без хлеба. Идет атака, минус барак, сейчас убьет, пушка не спасет. Ставится шоп. Приходится Муну на несколько фронтов, к сожалению, играть, но что-то Colorful все равно даже не может ни с той, ни с другой стороны подойти. Барак не прикрыть, Демон Хантер не хочет вписываться, и все. И такая прохладная стратегия вообще от Муна, просто глупый раш, как его романтик застроил, если ты помнишь, на конце этого хил, просто романтик сэкономил, тут у него две арчи, одна пушка, он не вынял хлебореза, просто лимитом 44, 48, 50 продавит, убьет все колодцы. Он поднял пушку, какая глупость, он ее не посадит, все, минус пушка. Он увидел, нет, посадил пушку. Наламываются два виспа, Демонхантер вырывается в нагу, сейчас будет бой, арчи, две пушки стоят внизу. Демонхантер прорывается в наги, сейчас будет бой. О, шаве, шаве, минус нага, есть третий Демонхантер. Отлично. Демонхантер, Colorful'а, делает ТП, что это за финал? Ошаве! Ливай давай, Ливай, сейчас кто-то ливнет! Что это за игра на 8 минут, господи! Ошаве! Демонхантер. Подожди, а что ты кричишь? Я просто не первый раз встречаю этот рык боевой. Я увидел это у корейцев, подслушал у них, они так как бы А. с это... Очень классно кричат, и я поддерживаю их. Хорошее слово, не знаю, что означает, но оно так произносится с духом. Боевым духом берется Взрыв, миньон, взрыв, взрыв, смотри, взрывается. бах. 1-0! 100% Кто-то ГГ. ливнул. Да. ШВ! Миш, ты говори, если что, я Не, нормально пытаюсь все. Я могу регулировать звук, все в порядке. Это самое главное. Давай, постойте. Я просто пытаюсь отработать финал, как говорится, один раз позвали, второго раза не будет. Это твой момент. Свети ярко. Просто. Ярко. 1-0 за Муном. Coral Fool. Во, надо нормально научить ники читать, а то я вообще. Оказывается, ничего поделать. Так, фатальная давайте. Ошибка от Coral Fool'а, это раш. Жриц не было, поэтому стало понятно, что будет раш. И поэтому они не брали жрицу, но если бы. Coral Fool взял жрицу, возможно бы такого раша не было. Вообще просто жестко наказывает Мун. Первый, но я чувствую, что Coral Fool возможно затащит. С чего? Ну вот как-то есть предпосылки к этому. Поспорить, конечно, я очкую, но я чувствую, что он даст бой. Ну подожди, ты видел игры с Лином, где он там не окружал, не убивал, не делал, не доконтроливал много где? А в финале кто, ты видел? Ну это имба, ты ж не будешь как эльф спорить, что эльф это имба. Имба это у нас только одна, все знают это имя, его нельзя называть на стриме. Можно, почему? Нет, нельзя. Имба только одна. Все остальное это профессионализм. Ну это такое, как бы. Он дает первый раз качать фанатов. Я, кстати, посмотрел в ИГЛ, думаю, тут камеры показываются, жалко, что я как дно не вышел, я бы что-то бы придумал, и игроки могли бы что-то тоже подбодрить к Warcraft, потому что показываются камеры, очень грустно, что некоторые не поддерживают их, возможно, тут есть правило никого второго человека не садить на стрим, чтобы было, ну, рядом весело, в поддержку того или иного игрока, либо самого себя.
лично мое мнение. Да, но... да, было бы веселее. Потому что я побаиваюсь, что китайцы привыкнут к тому, что теперь никого не надо привозить в свой город и будут так и дальше проводить. Но опять же, все играют на... Я понимаю, таких игроков пинг это... Играет свою часть, долю участи. Но дело в том, что дома ты, возможно, намного лучше будешь играть, чем будешь выезжать, перелеты, переезды. Тема духовного плана такого и устойчивости для того или иного игрока ценит домашний комфорт и кто ценит сцену. Хотя сцена, как ты видишь, очень шикарная, практически все на них были, они ее поставили уже на поток, я узнаю эту сцену, да. Я там был. Она скучает по тебе. А скажи, когда ты выходил на сцену и когда ты играл на сцене, ты волновался? Было сложнее играть, чем дома, или все-таки... Не, волнения как таковой на сцене нет, есть неудобства. Я играю на русском, там он в основном английский. Плюс подлокотники важную роль играют, уши важную роль тоже. Я обычно играю только на колонках. На колонках? Я начал, да, дисконту. А когда в ушах, не всегда как-то, знаешь, сосредоточен, тебе что удобно. С колонками играть или с ушами? С ушами. Я не знаю, колонок у меня на столе уже 100 лет не было. Но, ну, как бы, да, это так. Тем более жара сейчас большая, и уши очень жестко потеют. Если ты не под кондиционером, если есть кондиционер, тоже для здоровья. Понял. Как-то так. Но так, видишь, я сейчас... Они... Давай, ты, на одну минутку самостоятельно. Ну, хотя шалик, делай, что хочешь. Ну, как говорится, вот, доставать... На стриме, потому что, гляди, еще Мишу забанят. Ребят, нас позвали, нас пригласили. Это у нас VGL, Summer 2021. И тут идет у нас Coral Full против Муна. Счет 1-1, это был 5, я считаю, финал можно было бы сыграть бы 7, без черкивания карт, было бы намного веселей. Это бы добавило контента, это бы добавило Warcraft'у большого дрель. И стимула игры будет проходить дальше. Мы смотрим, что здесь происходит. Звук у меня нормальный. У меня на стриме нормально. Пошла жрица наконец-то. От кого у нас пошла жрица? Вытер нос Coral Full. И жрица пошла, походу, от Муна. Будет матч. Счет 1-0. Они заполонили Кипр. Мы будем сегодня без прохладных историй, потому что некоторым людям нравится, некоторым не нравится. Но сегодня на финал мы более или менее настроены. И идет Мун, ставит колодец. Будет масс, лучница от Муна такая. Трустрата будет all-in с талонами, жрицей и нагой. Возможно, будет добавлять базу. Это не точно. Какой герой у нас у Coral Full? Демонхан. Будет что-то мутить водичку. Ты про талонов уже все точно знаешь, да, что Муна на этой карте будет? Ну, все начали играть на самом деле на этой карте эльфы, жрицу с маслучницами, потому что такая стиратка интимная. И в один момент, если ты играешь до демонахантера, медведя или панду добавляешь, либо нагу, если один там есть то на тоненького сглупил, то по-любому не они убивают запушат. Очень быстро много колодцев. Ясно, да. Да, и карта пуха. Маленькая, дуэльненькая. Да, и жрица бежит уже просто подпушивать демона хантера, видишь, хавать его хп. Вот сейчас интимный момент будет, сейчас ловят арчу, скорее всего, подойдет жрица и убьет эту арчу. Вторая ошибка, возможно, будет. Сейчас ловят. Нет, не ловят. Успели, повезло. Нет, ловят. О чем мы говорили. Ловят, да. Нет, тут нету никакого удивления, стандартная эфильская ошибка. Арчу поймали, всадили ей, и сейчас еще всадят демона хантера. Ой, он окружен же там, да? И уже подожди. Можно ливать. Не окружил, жить... Добила! О, еще подблочь. И подблочит виспом. И нету колодца. Ливай! Отлично. Мисс. Вообще. Что за херня происходит? А, в смысле? Меня Илья зовут... Да, я помню. Ну, неприятно такое. А что ты про Colorful там рассказывал, что он сейчас выиграет там кого-то? Ну, подожди, он соберется, я верю. Ну, стандартные ошибки. Мы их описали сразу. Куда он соберется? Переехать в другую страну, но это не точно.
2-0. 8 надо делать. Колорфул прям очень разнервничался. Я чувствую, где-то происходят волны нервов Колорфула в финале с Саммер 2021. Угу. Колорфул, я, кстати, в Дискорде... В Дискорде у тебя стоит, скорее всего, опция активации по голосу. И он не всегда успевает просто за скоростью мысли твоей и не всегда включается вовремя. А в, ну, настройки голос и видео, кажется, настройки пользователя называется голос и видео, вкладочка по центру где-то, и активация по голосу, ползунок влево надо убрать полностью, чтобы он всегда был включен, и все. Настройки пользователя, да? Профиль пользователя, да? Да, настройки пользователя, настройки пользователя, голос и видео. Сейчас мы все настроим к третьей катке. Голос, видео. Так, и ползунок автоматически определяет чувствительность. Выключи ее просто. Можешь выключить. Громкость можешь... микрофона выключи. Нет, громкость микрофона не надо выключить. Автоматически определяет чувствительность. Нет, громкость звука ниже, ниже. Автоматически. Активация, да, активация по голосу. И выключить чуть ниже еще. Вот, там, ага, выключил. Отлично, вот. Все, должно помочь. Да, должно помочь. Хорошо, спасибо. Сколько мы вам должны за вашу услугу? Комментируйте. Еще каточку прокомментировать надо будет, победную Муну. Нет, я думаю, Colorful должен брать. Счет равнять 2-2. То раз нас не позовут. Все обсуждают эту девушку. Ребят, мы не девушку обсуждаем, мы Warcraft обсуждаем. Это бывший одного из наших пользователей, кстати. Вот так вот. И она старается, понимаешь, она каждый день в новом платье приходит. Для кого, думаешь, она одевает, надевает, блин, эти, ну, платья? Блин, я тоже приходил так в новом чем-то. Возможно, если, ну, если бы у тебя было столько платьев или что, что тебя останавливает? Ну, постримить однозначно стоило бы что-то и развлекать. Ну, есть плацдарм для расширения, потому что Warcraft каждый юнит очень веселит. Но помимо шоу мозгу, надо еще что-то выигрывать и все-таки качественно делать то, что зачем тебя позвали. Иначе потом никто тебе не заплатит. Ни за что, будешь кричать шаве. И из голода, как говорится. Идет. Улыбается. Сели. Очень крутая сцена. Прям они поставили все зумы, настроили. Видно кубок, видно лица. Видно еще 2-0 большие. Как будто это компьютерная графика, но это не так, ребята, там все это есть, там около 25 мониторов, я делал обзор, просто невероятная комната для формирования контента, там даже у меня обзор где-то на ютубе есть, просто невероятная комната, они столько заморочились, еду даже дают. Нифига себе, за что? За то, что ты просто не умер с голоду. Класс. Колорфул, я чувствую, должен собраться. Просто обязан сейчас взять катку, потому что его будет очень сильно хейтить. Это наши люди. Даже если ты... Ну, просто за один час, даже меньше часа, финал. Это не очень, очень тяжко. Угу. Потому что все любят смотреть убойный финал. Да, желательно бы 5, 2-2. Каждая каточка в эльфийском эроре по 30 минут. Это то, чего мы хотим сейчас. А как ты... Вот турнир, который, я понимаю, Суэй тебя впечатлил. Что по фогичевским вчерашним играм против Лина можешь рассказать? Потому что у тебя явно компетенция игрока значительно выше. Что там тебе понравилось, не понравилось? Что делать против ФС-а, кстати? Что я думаю, спросить, может, его можно всегда позвать. Все-таки коммуникацию он бы мог сам ответить за себя, а мне отвечать. Я всегда говорил, что... Играет некую роль пинг, ну однозначно. Ну, клиент немного другой. И надеюсь, что, говорят, даже Тед уже начал вливать какие-то пожертвования, чтобы стали лучше хосты на WCT Champions. Это круто. И когда это станет именно баланс, чтобы ты понимал, хотя бы 50-50, а не так, там разница где-то плюс 60-70. Подожди. Я думаю. На Warcraft 3 Champions или на NetEase? На Warcraft 3 Champions. А, все-таки Champions. Угу. Потому а что там, прям проблема? Новый какая-то? Сезон. Ну, ты же понимаешь, что все хотят в равных условиях играть, и чтобы не было посылки для откоса. Новый, как я понял, WCT Champions, новый сезон начался вчера или позавчера, и там вышло очень много разных обновлений, и пишут, что улучшают действия между
европейскими игроками и китайские, корейские. Это очень важно. Если это случится, эта игра будет иметь очень огромное будущее, потому что весь мир может играть на одной волне, а это сделать очень сложно. Если они потом еще ведут доту на сервер, то все пойдут сюда. За пингом. Пинг — это важная тема. Ждем, ждем. Да. А по поводу игр, что можно сказать? Я считаю, Фарсир — это трушная страта. Потому что я не знаю вообще, почему начали играть Фарсиром и Хедхантерами. Это, скорее всего, пошла тема за Груби. Что он как-то начал это играть очень жестко. Но если при нормальном контроле не допускать ошибок, Панда Демон Хантер просто уедает ее. Нет, подожди, но если ты стартуешь стандартно с козла, ты же не знаешь, что там будет ФС все-таки. Да, пока... если с козла, то да, но я просто не так часто играю козлом против орка, а... Поэтому... Хорошо, уважение, уважение. Против козла с хедхантами, раш с грюнтом и с двумя собаками, это просто колоссальный урон по эльфу. Он прибегает, собаки, грюнт и грюнт, еще если у него есть замаска, и он идет... сразу Т2, при этом он не строит вторую буру, и если эльф обойдет очень жестко и сможет замурить, то можно сделать ГГ орку. Он не всегда выходит, но очень опасный момент может случиться. Угу. Поэтому хорошо, давай-ка ты... Да, что считаешь? Фарсир с хедхантерами, это, конечно, трушная страта, так. Но время покажет. Хорошо. Так, ну у нас тем здесь, смотри, вырывается козел. На ровном месте у Карфула. Да. Что мне делать просто? Я не знаю. Подблочил немножко свой арчи виспом. Ну, подблочил как-то. Реально. Потерял арчу просто, ну, не знаю, на ровном месте. Не будем обсуждать, мы не в финале. А, я как стример вообще донышко. Расскажи, пожалуйста, что тут было по Mind Games, как думаешь? Почему козел Дима? То есть были ожидания потмы, там же наверняка подстройка есть. Типа Дима потма, козел потма. Вот эти вот все темы. Как такое ну, получилось? Ну, предыдущий что? Вывод делает из игры, что увидел, что будет, была там жрица. Да. Поэтому, возможно, он будет брать жрицу. Но нет, он уперно берет Демона Хантера третьего. Видишь, Colorful уже все равно более или менее сейвово. Взял сапоги, взял кипер сапоги, бежит его поднакалывать. И поэтому у Муна, возможно, будет проблема. Он, конечно же, строит хантов. Но! О! Видал? Он да. бы убежал, ТП не надо было делать, убежал бы. Не надо было, это ошибка вот, от Муна, безусловно. Вот, ошибочка от Муна, так что, Корлфул сейчас, возможно, соберется. Вообще, козлу же тяжеловато против Димки, это, по сути, контрпик получается. Или нет? Да, и Демон Хантер подпушит. Да вы запарили, пацаны! Билан! Билан! Соник самый трезвый и этот... И трезвый. Кто правильно там, что? Кто, что говорит? Это у тебя в чатике, что ли, а происходит? Тему Билана не знаешь? Нет, нет. Ну, не знаю, Миш, надо знать. Билан! Бежит Демон Хантер, болеем. Я не готов к трансляции, судя по всему. Надо мне было по... И надо подготавливаться, да. А ты можешь мне ссылок накидать перед тем, как мы в следующий раз... А кто в чатике знает эту тему с Биланом или нет? Демон Хантер идет. Окей, так. Демон Хантер идет, угу. Подпушивает стал, видишь, все, не вылазит, понимает, что выйдет, все, будет ГГ. А теперь еще, не знаю, будет ли Мун выгуливать базу? Будет ли Мун выгуливать базу? И видишь, сейчас тут с Нагой, возможно, подпушит. Да, все-таки собирается Colorful. Будет ли Мун выгуливать базу, ребята? Обычно Фоги выгуливает базу. Подожди, а вторым героем здесь Димку придется брать, да, ведь получается, или что? Да нет, наверное, сейчас будет ставить базу, и жрица пойдет. Либо Нага. Он не показывает ее, он ставит базу, ему сейчас важно заказать, главное, быстренько два здания для Дриад. Он это видит, бежит. А Нага где? Да, собирается. И на сразу крипте бежит, наверху, да. Гонять. Ну, кипер все, можно за ним не гнаться. Во-первых, он не имеет смысла, он без маны, но зачем-то он побежал. Да, Демнахан. Угу. Проходит дальше. Нага стоит. Не знаю, зачем гоняется. Демон Хантер мог бы принести пользу внизу, но подходят ханты. Очень все. Colorful проснулся. Он собрался, он накачал бицу. Он барак может сейчас потерять. Да, он по-любому его потеряет, потому что две ханты и лучница. Ну, не хватает даста. Есть ну, вот как раз да. Сорча. Как раз долго гоняется за хипером бестолковым. Не имеет который смысл вообще. Он без маны. Понтов от него там плюс 5, 27, 32 на паса, он ни о чем. Барак еле-еле уходит, смотри.
Именно с арча. Минус, минус 2 арчи получается, да? Минус 2 арчи. Точно, вторая, третья ушла. При этом он ничего не убил, а база внизу не показывается. Ставится подходит до Манхэттена, медведи ставится, на медведи будут. Медведи на медведи, Colorful должен в них выиграть. Главное, чтобы он супа не переел. Ой-ой-ой, ну как ты... О-о-о, ну опять начинается. Ну что это такое? Это минус нога, тут никак не уйти уже. По-любому. Ну хоть можно... бы добил бы тебя. И третий типер, сейчас еще окружит и натыкает ему. Чем, тремя юнитами окружит или как? Так может что-то натыкать все равно. Да может, конечно. Можно барак было сейчас помочь. Это же Мун. Это же Мун. Он может, да. Хороший, сразу видит, сразу убегает. Сразу убегает. Сразу убегает. Арчу можно будет. Там можно и отдает жить на ровном месте. Три арчи, минус нага. Да. И это пустым кипером он это сделал, понимаешь? Пустым кипером вообще. И он при этом бегал за друга. Не было смысла бегать за ним. Ты в таких моментах, как контроля, демоном хантером качаешь, кипер подходит, нага просто атакует. И все, не обращаешь внимания. Понял, понял, буду так делать. Демоном хантером, он не догоняет. Если что, запишу на листке, это полезно. Да, я все, у меня трансляция записана, я буду после этого переслушивать, поэтому я уже не запомню. Главное, в смысле, не забуду. А почему, как ты думаешь, Мун одновременно после, при этом, при всем, не поставил параллельно экспант реально? Вот почему он не поставил? Минус моб. Да не надо уже медведя на медведя. И кипер артефакт. Забрал, прикинь. Не, не артефакт. Забрал. Не, не забрал, не забрал. Демон Хантер забрал. Угу. Ну и опять какая-то борьба. Ну. Сейчас дрядка отдается. Минус вторая, минус третья. Ну, только не бой. Ой-ой-ой, догоняет. Сейчас Нага, кстати, может умереть. Это, конечно, сможет. Он ее поджимает, он ее. Поджимает Хантой. Надья, Надья, говорят китайцы. Надья. Ну, сейчас Мун не доконтролил немножко. Или все-таки хватит. Ой, хорошо, пришел медведь. Диспел будет? Да, Мун не доконтролил немного. Диспел будет? Видимо, его еще нет. Еще не точно. Подходит Демон Хантер. Ну, он гоняет, прикинь, кипера не может добить. Гоняется много. Вот гонение это всегда такой трэш-контент. Постоянно. Постоянно. Какие-то гонения. Кто-то хочет кого-то загнать. Надо контролить это. Вот сейчас будет опасный, надо делать телепорт, возможно. Но это не точно. Делать телепорт или не делать? Делать, не делать. Ну, слушай, а кипер уже, наверное, пора переучиваться, да, на третьем, на ауру? Нет, он не переучится, дорого. Это один медведь. Блин. Просто нету смысла. Возможно сделать, но нет. Была бы база, да. Медведи на медведи, 40 на 40. И поэтому польза есть, но... Опять видишь, не дает. До лимита 50, да, согласен, тут надо. Третья взять и. Третья не дает ему взять Демона Хантера, а он бегает, а теперь они догонят за счет сапог. Ну и что это такое? Что это за поведение? Что это за вообще? Ну как бы ты играл? Как бы ты играл? Ну, на месте Colorful. Я никак. Сидел бы дома у себя. Я никак. Потому что если бы как-то я играл, я бы где-то здесь и был. А пока все. Со стороны, конечно, виднее, да? Со стороны виднее, когда ты не на стулке. Поэтому мы со стороны не смотрим вообще. Демон Хантер проходит, кипер бегает. Ну это знаешь, вот это Баба Яга всегда будет против. Камень, поэтому... камень жизни выпал, смотри, Димон, этому Димке нашему. Ну, в смысле, не нашему, а муновскому. Твоему, твоему. Моему. Мой пацан. Ну, у него третий левел, прикинь, а у Карл Фула до сих пор 2-2, там 3-3. При этом это второй герой. И при этом он первый. В финале. Вот это у него стресс. Он впервые второе место в таком чемпионате занимает. Colorful впервые топ-2? Ну да, походу. Вышел вообще финал такого-то у него, если я не ошибаюсь. Не, в плей-оффах он точно был. А вот топ-2, наверное, да, ты прав. Поэтому такое. Переучился на ауру, смотри-ка. Ну, уже позже, на лимите 50. Да. Может полетит сейчас, потому что телепорт есть, и есть шанс прокачать. Не видно, есть ли у Муна телепорт, у него вроде свиток есть. Дирижабль напрашивается здесь. Да, уже давно, но он ищет красный, да, дает покачаться. А в лимите на лимите навлятый переконтроль. Ну, в лимите на лимите этот козлик может быть пополезней. Нет. Нет? Да. Давление вообще оказывается. Ну, 3-3, да. Нет, телепорт есть или нету. Нет, у Демона Хантера нет. У Наги телепорт висит. Там когти плюс 12, что ли, или что? Да, когти. Да, телепорт вроде телепорт у Наги. Телепорт есть у Наги.
А у Муна нету телепорта. А нет, есть у Пипи атака. Походу есть. Есть левый верхний угол. Не, ну в Мироре как бы... Медведи на медведи ходить без телепорта — это очень рисковое дело. Вообще вот хочу сказать, что не всегда понятно, что иногда происходит в играх. Это как в магазине. Я недавно у нас в городе ходил в магазин. А как шпингалеты, кстати, твои? Ты уже все поставил их? Ой. Я в две ручки прикрутил. Я впервые за 33 года, Миша, чтобы ты понимал, у меня две деревянные, Iron Door называется. Ну, большие так. Еще, знаешь, вот прям вот тех-тех времен, они ага. Вот где-то 2-10. И вот угу. Дерево там вот, вот как дерево, знаешь, вот как ты молодой у тебя, вот знаешь, вот как в 20 лет у тебя. Угу. И жалко выкинуть, и пользоваться надо, чтобы довести до ума с опытом. Я вот их довел до ума, впервые горжусь, прикрутил шпингалет, прикрутил так. Две ручки. Хорош. Покрасил их, зачистил, шпаклевал, олифил, обжигал. Залетает дроп. Класс. Залетает дроп. Очень красиво. Дроп залетает, поэтому... Дерево нынче происходит, да, делает минус рудник. Отлично. Давай ТП. Ну вот, виспов бы много убил, непонятно. Медведь! Медведь! Ушел. 49-44 у Муна, видишь по лимиту? Близко, близко. Но сейчас уже может контроль прийти в руки Colorful в такой ситуации. Да, в руки, когда сюда приходит, ну, по грейдам, о чем все-таки Соник пятой точкой чуйку чувствуешь? Ну, он был совсем недавно нулевый, сейчас, скорее всего, 1-1 только у Муна. Я не знаю, не тыкает, короче, этот опс. Оба делают грейды, но я не знаю, какие. Ну, он тыкает на медведя, который без этой самой, без формы, и чего, вот какой смысл в нем, в этом? Смысл в том, что смысла нет ни в чем. И в этом точно есть смысл. Угу. Это без сомнения философия, как говорится, разных философов. Ну, мы не точно. Вообще, философия от Соника должна уже быть. Я выпущу книжку когда-нибудь обязательно. Ты долго ее держишь, духи да? Десятого, как духи десятого километра. В себе. Так, да. 49-40, летит, смотри, летит. Сейчас еще базу где-то поставил. Поставит где-то базу. Вот шампиньончик, да? Угу. Дирижабль там не полый, да? Летит уже опять. А у Муна... Полый, все полно летит. Пополнил себе тут немножко. Но это от Муна летит, как ты понимаешь. Медведи стоит, поджал. Colorful немножко выровнял ситуацию. И, возможно, ему кто-то даст. Вторую победку. Димка, кстати, смотри, почти пятую у Мунчанского. У Муна, да, 4. Ну так ему, конечно, выгодно качать, а как ты хотел? Залетает, смотрит. Базу не дает. Ну, будет долгая катка, я думаю. Очень важная, что если сейчас Colorful ее возьмет, он переломный момент, это знаешь, как борьба, борьба. Угу. Ты вроде бы и все. Но вот момент вывихнуть и голевой вывести, может, и не все. Кипер примчался, он перекачался, либо он и не качал. У него теперь два корня и две ауры. Он настроен на победку. Стоит, ждет. 1-2, смотри, грейды. Ой, посмотри, высаживают. Все равно решил убить. А зачем, зачем? А почему так нагло он действует? Он увидел, что Демона Хантера нету, поэтому можно. Можно подприсунуть. И без Демона Хантера это все такое. Ой, там медведь без формы у Муна. Стоит, сражается в куче. Базу делает. Демон Хантер. Можно, видишь, напихал. Демон Хантер заблудился. Без Демона слабое, можно улетать. Даже можно улететь, потому что два героя. Нет, там есть одна дриадка, но все равно. Ой, видишь, дает еще медведя, халявит. Халява, давай! Халява, приди! Билан! Так, убил. Убил. О, от Colorful, красава, спасибо. Да, Colorful выиграет, скорее всего. Подожди, надо мне Билан прогуглить. Это что? Ну, чтобы я правильно Билана прогуглил, это что такое? Это секрет. Ну как блин. Так? Давай, чуйка должна подвести. Ну ты прогугли, увидишь. Окей. Так, отлично, давай, чуйка! Ко мне уже просто приходят советоваться. Соник, что ты думаешь? Я просто как диванный эксперт. Это с ногу свело, да, как говорят, какой-то там да, скандальчик был. Что-то есть там. Отлично. Оп, борьба, замес.
Ну сейчас у Муна вообще серьезные проблемы. Colorful уже может в любой момент тыкнуть выход из лимита. Да, посмотри. О, что? А как можно на ровном месте просто Диму отдать? Ну что он делает? Ну это даже... Это, ну что это, сука? Ну что это такое? Просто демона Хантера, блин. По-моему, он... 1700 голды, у Муна 15 голды. Что он делает? Вообще, ну что это? Colorful, соберись! Соберись, ну просто посмотри, у него 1500 голды, тыкай что-нибудь! Ну как так, вообще... Проходи дальше. 1600 голды. Угу. Вот, вот как надо было, он подходит и ты ему стрелой как бы даешь. Ну что, ты загуглил? Ну я же не могу параллельно просто смотреть. Это надо в Инстаграме смотреть там у одного человека. Проходит Демон Хантер. Ну такое на стриме нельзя. Господи, сейчас Диад, он бегает двумя героями. Блядь, 2000 голды. Что делает Colorful? Что происходит, блядь? Кто-то внятно мне объяснит, это как соседка приходит, говорит. Ой, молодой. Я говорю, ой, уже старый. Она говорит, ой, что ты так? А я так, ой, а что ж не так? Она такая, ну может, что? Я такой, не, ничего, давай, говорит. Что? А зачем она приходила? Вот так, говорит, и Майнкрафт происходит, я. Что? Я в шоке, говорит. Зачем она приходила, скажи мне? Так вот, кто понимает, зачем они приходят? Я не зову никого. Тебе бывает, хоть кто-то стучится в двери? Я не открываю такие. Вот, видишь, я тоже вроде. Я просто выходил, мусор думал выкинуть, а тут такое. Я говорю, мусор вынесешь? Она такая, нет, и я вот тоже, видишь, не хотел бы выноситься, а придется выносить, и пошел выносить. Поэтому тут сразу надо серьезно. Так, вообще, Colorful идет убивать Муна. Вот. Colorful идет убивать Муна. Ты видишь, ты за игрой смотришь, блядь, Colorful идет убивать Муна. Идет. Ну куда он идет? Он сейчас развернется, домой пойдет, блядь. И по дороге забудет, зачем и шел, блядь. Вообще, что происходит? Он все, он встал, блядь. Ему настроил лимит. Господи, 2000 голды было. Да, походу вообще зря Colorful вышел из лимита, сидел бы дальше. 4-3 по героям, 4-3, это значит Демона Хантера. Что происходит? Интересно, какие там грейды. Блин, все, Миша, куда он идет, объясни. Здесь 2-2. Он ждет медведя, не знаю, что он тормозит. Убивать его и шел. Он нахуй пошел на базе, сам оставил Демона Хантера, и сейчас его опять убьют. Сука, ну куда? Прости, я не могу на это смотреть. Ну смотри, вот он остался, ну. 61 на 76. Что происходит? Вообще забыл нахуй, что-то пошел куда-то. Даже я так играть иногда не умею. Ну хорошо, ну там по грейдам должен дать. Давай, Colorful, за тебя меняют твоя соседка и мой сосед. Ну вот и лимита много, 76-61. Да. Но Димка там не в битве, смотри, да, уходит. Стоит и махает. Ищет Билана, походу. 4-3, 4-3, 4-4. Ноготь хорошая. 6-80. Да даст, даст! Надо, я знал, что надо было заливать. 5-4, 5-4, GG. 80 на 72, 2 медведя. Нет, ну там по грейдам 2-3. Какой у... Карафула, там грейды, хоть покажите. 72-61, 2-2, 3-3 грейды. Карафула, 3-2. А, 3-2 уже. 3-3 у Муна. Ой, давай, козел, козел, давай, козел, козел, давай, козел. Давай, за тебя, медведь, да. Шаве, давай, чуйка Соника. Нормально дал. Ты чувствуешь? Так... 57. 68, нормально, это еще будет игра. Походу он не пойдет к нему на базу. Миш, как дела? Я смотрю игру, просто нормально. И наслаждаешься?
Да. чувствую, что Call of Duty выиграет Т2. Несмотря на все две катки, это будет топ в ИГЛ самых 2021. Да. Я чувствую! Colorful может проиграть. Да не может он проиграть. 68-57, 3-3. Он должен дать. Должен дать, должен. И он идет, ниди к нему на базу, ниди. Вот все, кто приходят к эльфу ночью на базу, там и остаются. Colorful, ты там еще барак, братан, не иди туда, поставь базу и сиди, не иди, ну просто не иди, не иди, не могу, не могу. И Demon Hunter опять сейчас, вот, продиспелил. Фу, ну не иди туда, ну не иди, ну не надо тебе это, не надо, вот в чем сила, брат, у эльфа, я. Не иди к эльфу базу ночью. У него, глянь, 10 лимита или 12 сзади стоит. Медведь стоит сзади, ты и дриады, которые только начинают драться. А, он идет, потому что Demon Hunter нету, тогда понятно, есть шанс. Да что, что ты подсказал бы. Подходит, подходит, нападает, там оложение, и 68-59, а шаве, нога пятая проходит, дает пичун по медведю, Жмунь зажимается в уголок, по-моему, у нас будет новый победитель, Демон Хазер вырывается, все зажимаете, сейчас да, это так, блин, а шаве, 76-54, дает бой, медведь прорывается, нога дает, есть видок, есть Серёв, сейчас кто-то ливнет, сука, давай! Он даже став делал Демона Хантера, что твой 40 на 72! Ситы плюс 30 лимита, плюс 28! Демон Хантер 5-го выходит, он может сейчас будет камбэк, сейчас он что-то сделает! Иди через него! Победа, блин! Да, победил. Победа, Colorful, братка, я в тебя верю! Хорошо дал. Нормально дал? Ты почувствовал переломный момент или нет, Миш? Ну что-то определенно надломилось. У Муна я чувствую, что будет 2-2. 2-2 будет. Ты как-то устал, либо раздражен, скажи, что случилось. Консультация 250-45 минут, Миш. И вас слушает дипломированный психолог. А кошка к тебе пришла, понятненько. Ты уже знаешь, как лечить себя. Да, не спасает. А у тебя коты есть? Да. У меня крысы были недавно. Ну, не по твоей воле. Так что, как бы, видишь, каждый как может, так и может. Да, ну какие ошибки были здесь у Муна? Ну, кроме того, что он два раза шахту отдал. Я думаю, ошибок у Муна не было, это точно. Ну просто никаких ошибок не было у Муна. Была одна большая ошибка, что он играет с Colorful'ом в финале. И он немножко расслабился. Должна быть 2-2, я чувствую. 2-2. 2-2 должно быть. Гиппогрифа зря не поставил, мог поставить, и при этом Мун вот эти все залеты мог пропустить и пойти поддавиться. Но Colorful, несмотря на все свое действие, что у него было 2000 голды, он просто на ровном месте отдал Демона Хантера 4-го левела. Преимущество по героям у Муна было колоссальное, но он не смог реабилитироваться, потому что немного растерялся. Хотя Мун не тот игрок, кто теряется, но видел, был сам не верил в то, что смог две игры так быстро выиграть у Colorful, буквально там 20 минут. ЛР была отдача, вы сами видели. Неизвестный поддержал наш канал на 100 рублей и сообщает. Четвертую карту. Хайлайнер показывает на голде. Голд самый 20-21. Европейские игроки играли. Это Хавк Фоги. Возможно, они встретятся на ближайшем Русбейн Капе. Я не помню, кто туда вышел. Но там будет 4 игрока. Нейтрон и Фоги. Нейтрон и Фоги, да, извините. Нейтрон и Фоги. И еще два корейца, да? Лавлиет и... Ой, сейчас подскажут товарищи. Да, Лавлиет и еще кто-то. И если бы мы там были, мы бы тоже вышли там. Что-нибудь было веселое, но нас там не будет, потому что я бы туда даже пешком не дошел, если бы вышел бы в начале января. Угу. Идет Демон Хантер. Да, вот тут опасная дача пятого Демона Хантера. Немножко подбодрила игру, по грейдам было 3-3. Но не было у Муна свитков таковых. Ну, он свитки все потратил в центре, кажется, когда у них было сражение, да. Поэтому проходим дальше. Спасибо за поддержку, ребят. Это благодаря Михаилу, что он нас выдержал хотя бы на один финал.
Да, все нормально. Я просто не это самое. Некоторые товарищи очень негативно воспринимают. Я парочку банов прописал. Я не думаю, что это негативно. Это их право воспринимать так, как они считают. Ну, это твое право банить, как говорится. Ей! Ну и негатив — это такое, знаешь, грань какая-то между позитивом и негативом. Откуда появилось в нашей жизни понятие «хорошо» и понятие «плохо»? Больно это хорошо или плохо? А если отрезают ногу, ее надо было отрезать, чтобы вся инфекция не прошла по другому к телу? Такой вопрос, знаешь, вот философский. Не всегда понимаешь то, что происходит. Вот ты не смотрел «Клаустрофобы» недавно? Фильм вышел интересный такой. Знакомое название, но нет, не смотрел. «Клаустрофобы» и «Клаустрофобы. Лига вызовших». Ну там про квесты. Моя просто квесты любит. Угу. И там вот не все есть правда, то, что ты видишь глазами. Оно они вроде бы показывают момент, но и момент, что дальше не думаешь, что это конец, но это не конец. Угу. Хорошо, начинается четвертая у нас игра. То есть ты веришь, что Colorful все-таки способен? Здесь хантресы же будут 100%, да? По-любому, у кого-то должны быть. Ну тут колодцы, два колодца предполагают. И тут дело в том, что как только ты в базы выходишь, у кого-то будет кипер, у кого-то жрица, я думаю. Ну Colorful, но дело в том, что... Ты видел, как последний раз Мун, как он против кипера с патмой агрессивно играет? То есть где-то 4-5 хантресс идет в пуш. Берет с собой виспов, и кипер полностью нейтрализует, и все. Если там один барак хантрески, то... Ну или там просто один барак, неважно чего. То ты сделать увидим. Ничего не можешь. Сейчас увидим. Демон Хантл. Неожиданно. Кипер. О! Это Муна кипер? И хотел только что сказать, да, что Colorful, несмотря на то, что он три катки идет стабильно, значит, и в четвертой предполагал 90%, что будет Демон Хантер. И поэтому может 2-2 быть. Вот эта карта мне чем не нравится, что при давлении масхантами один неловкий момент, и тебе как бы под ребро сразу. И ты не можешь выйти, потому что, чтобы выйти с базы, надо далеко идти за юнитами, за крипами. А рядом с базой крипов таковых практически нету. Тебе надо выдвинуться хотя бы на 10-20 метров вверх, а там по-любому либо в инвизе ханта стоит, либо сова висит. Ну, походу... Будут все-таки ханты от Муна, но его не научила ничему предыдущая игра, что кипер может не войти и будет 2-2. Блин, такой интересный момент. Мне тут как раз уже говорили, что надо забиваться, что Colorful выиграет. Мун выиграет. Я говорю, Colorful должен взять. Но Бо-7 было веселее, чем Бо-3. Бо-5. Ну, да. Бо-5. Стратегии, да, в эльфийском мироре хватает, как бы. О, бараком добил, да? Да, добил, да, бараком. Походу. Да точно. И кипер идет. И сейчас минус барак. Если подойдет. Ой, висп. Вот если он сейчас трехклетку купит, Демон Хантер, и пойдет пушить Муна. Вот нет, он бежит обратно. Ну вот такое как-то. А он видел героя, да, уже? Да, увидел, вот. Угу. И вот минус висп. И он бежит, вот, ну вот не то он. Он просто, ну, сделал и сделал. И слава, как говорится, славе слава. В смысле, должен был Димка идти харасить в ответ? Ну, или мог, что? Да, там база была открыта. Если ты клетку покупаешь, очень сильный урон, ты по-любому какое-то здание отменишь. По-любому. Угу. Просто надо определиться. Видишь, вверху что-то ставят. Ищет виспом. Не показывает базу Муну. Не понимаю, почему могли показать нормально, по-людски, отнестись к зрителям. Эти обсерверы, я не знаю, где их берут, я. Ну, точно не из игроков прошлых. Ну, вот что он не показывает? Ну, вот... Не знаю. У меня просто горит от этого каждую игру. Он показывает, как бегает Демон Хантер за кипером. Ну, молодец. Ну, что он может показать? Что он его убьет? Базы покажи. Что делают люди? Может, они там золото добывают? Ну, ага, Т2. Ханты пойдут, а тут... Один барак. Только третий колодец. И две арчи. И хоть проклацали, наконец-то. Да понятно, что не догонит. Возможно, купит сапоги. Да, купит и даст, чтобы убить арчерку хотя бы одну. Ну, то сейчас выйдет, кинет корни и не убьешь. Поэтому, ну, такое себе. Ну, даст, наверное, стоит. 75 голды все-таки. Не стал гоняться сразу. Пойдет второй левел набивать. И гонится за кипером. Почувствовал хантой. Ответные сапоги, наверное, надо брать. А то совсем,
высосут все, что только можно. Да. Но мимо мага... Нет, заходит. Барак очень далеко увел, собрался качать, поэтому не настроил стандартных четырех-трех лучниц. Будет супер быстрые медведи, походу. Видишь, бегают много, бегают, но они показывают тут. А тот ловит, качает, качает. Одного виспа убил Мун. Трата такая, потому что, как ты видел, все-таки в лейте ДХ Нага интереснее иногда могут затащить. Демон Хантер, да, 4 арчи все-таки есть, показали. Есть клетка, есть сапоги, есть даст. Если сейчас носок выпадет плюс 3, будет вообще идеально. Мун купил сапоги. Ответочку. Ответочка пошла. Второй левел. Бежит, бежит, бежит. Мой родной бежит. Мой родной. Чувствуешь, как бежит? А какие рога у него все-таки красивые. Так. Угу. Ну. Он за арчой бежит или зачем? Что он хочет? За арчой, видимо, бежит. Да, ну, ну вот. Ой, вовремя как рипджекает, смотри-ка. Ой, да, и просто. Просветка. Просветка у нас нет. О, да, есть минус. А, не может выйти, не может, потому что мобы. Ну сделай минус ханту, должен. Минус 2 даже, давай, давай. Ну сделай, ну. Ну что ж ты, есть минус 1, минус 2. Нага, кипера лови. Засывил арчу, просто пельмешка моя. Ну поджимает кипера, сапоги отдал. Красава, лучница минус ханту. Очень сильно, очень сильно. Очень сильно. А, ну у кипера не было просветки, насколько я понимаю. В этом была проблема или что? Да. Он сэкономил, но в итоге пришлось ему светить с этого обсерватории. Угу. Время потерял. Видишь, арчу сейчас ловит. Нагу, не отдал сапоги. Дед, дед, ну что ты включи, ну что ты жмешь? Луч в арбу, включи. Просто 2 минуты идут, нагу показывают. Кипер бегает. Подходит. Демон Хантер пошел снова. Ой. Снова такой же жесткий размен. Мун 2-2 будет. Я чувствую, что Colorful проснулся. Кэрол Фул проснулся. Должен дать, должен дать. Кипер бесполезно. Вот не отдавай только арчей. Ну где твой Демон Хантер? Ну где ты его? Он еще вызвал этих. Сейчас минус лучница будет. Ну что ж ты даешь? Ну хотя он не успеет, естественно, никаким макаром. Минус 1. Димка возвращается. Он бежал дальше. В сторону моновской базы. Типа хотел там Лоренс что ли отменить или еще что-то. Я не знаю, зачем он тогда бежал. Ну, он бегает, долго бегает. Вот, не знаешь, вот как ты... У тебя вроде твоя есть, вроде еще одна есть, и еще одна есть, и ты не знаешь, за кем бегать. А потом думаешь, такой садишься по итогу, ну его все вдышло, и вот такое получается. Нельзя бегать лишний, как говорится. Да. Я заметил, кстати, в серии Лина с Фоги очередной, насколько у Лина все четко в плане времени. Он вообще не думает, не стоит на месте. Как да. Только, так сразу крипинг. Вот. И они вроде как посражались оба, разлетелись в разные стороны. Хопа, пока там фоги то да сё, магазин, реген, колодцы, а орк уже точку крипит. Хотя как бы у обоих были проблемы после выхода из сражений. Да, бывает такое, что поделать. Но я удивлен, как Colorful выиграл все-таки и выбился в финал, молодец, конечно. Ну, даже несмотря на то, что на Нисе был потерян Блейдмастер второго левела, он смог вытащить катку, а потеря Блейдмастера второго левела в начале игры, это просто, как ты знаешь, как будто у тебя... Премию сняли, а ты взял ипотеку. Это очень сильно вообще. Барак идет, стоит, ждет. Демон Хантер, кипер качается. Вот хороший поджим дает, дает поджим. Coral Full, но из-за легких сливов арчей... 2 дриады, мощно, диспел, лимит 34-29, еще 2-1 за Муна. Здесь тоже дирижабли, скорее всего, будут, да, если они так пассивно будут играть? Ну, да, но дирижабль бьется тогда, когда игрок теряет телепорт по глупости в начале игры. Это очень важно, потому что если он потерял телепорт... Его жаба душит его покупать, да, до того, как он медведь не настроится. Тем более, да. Это медведи на медведи, это дорого, это практически 2 целых юнита, медведь это 7 лимита, а если он залетит, у тебя останется дроп, ты сможешь засейвить, и у тебя будет телепорт, а он-то обязан что-то делать, и по итогу будет размен все равно плюс дирижабль у тебя, как минимум, даже если телепорт Бонвер купит и вернется, он-то уже плюс еще 350 теряет, а ты у тебя, получается, появляется минус бесплатный дирижабль.
Сейчас борьба будет за этот артефакт. Опасно. Здесь нейтралы могут так накидать сильно под бладластом. Еще сетка это будет неожиданная всегда. И вот решится момент, возможно. Что-то делать. Диспел. Диспел. Ну, мы-то знаем, что Корлф может отдать на морозе Демона Хантера, поэтому... Вот видишь, пошла первая сеточка. Пошла первая сеточка. Неясно, Динага. На базу бегала за арбой, скорее всего. Да, он с арбой возвращается. Да, есть став. Отжал. Зарядка с Аболишем на автокасте. Отдиспелил там кого-то, без маны осталось. Ох, минус арча от Вейва. Зу-зу-зу-зу. Ой, куда прорывается зря, Colorful. Проходит дальше. Очень битая Нага. Там нет... нет, есть здесь полудрядки, вижу, все, сори. Там вторая подбежала просто. Проходит Демон Хантер, и он собирается. Прикопка на Димку. Сейчас подавит медведь. Медведь отходит мунами. Призыв, 43-46, у Муна лимита немножко побольше, хороший став, ворвется, возможно сделать минус Демон Хантер, сейчас пойдет, сейчас даст, нет, отходит, еще рано ливать, поджим Демона Хантера, у Кипера скоро набьется мана, будет ли диспел, нет, Мун пытается догнать дриадку, Мун отводит медведя, Нага, минус дриадка, подходит битый медведь, отходит, GG, кто так ищет GG, минус дриадка, 47-50, кажется, Мун тащит, 48, пытается бороться. 2-2, третий кипер очень плохо. Пытается ворваться. Сейчас возможно делать красный. Сейчас можно Димку попробовать прикопать, не? Нет, выгодно убивать медведей. Хорошо. Минус медведь, да, еще один тогда. Что... 40 лимит на 50 уже в пользу Муна. 2-1. Развал схождения. Кто-то должен идти, как говорится, в гараж чиниться. Но опасная дача. Сейчас можно Нагу сейчас подрезать, попробовать. Либо подрезать, попытаться Демона Хантера вражеского. Есть хорошее омоложение. Мун диспелит. Подрывается. Задумался. Дойдет до колодца. Есть второй медведь. Медведя можно убить. Демона Хантера не показывается. Легкая недоконтроль. Легкая нервоз. Сейсмический шторм. Приходит Демон Хантер. Отбивается. Есть. Подходит. Вот тут Карафул забыл медведей. Возвращается. Добьет ли синего? 44-47. Видишь? Нормально. Убил дриадку где-то. Застафал. Многополная. Медведи дают. Еще медведи. Нет. Стафает Мун медведя. Демон Хантер. Минус бир. Не успеть не отдать Нагу. Сразу отходит. Дриадка поджимает. Есть медведь. Кидает омоложение. Демон Хантер врывается. Демон Хантер гонится за синим. Можно окружить Демона Хантера. Спасаем Нагу. Нету стафа у Муна. Да. Минус Демон Хантер. Возможно дастся. Просыпается, будет, Демон Хантер возвращается, там есть сапоги, нет сапоги, у Демона Хантера Муна, у Демона Хантера Карл Фула, есть атака, он поджимается, даст хиперу, не даст, даст, не даст, кто из них? Главный победитель, возможный, выиграла Саммер 20-21. Вы что-то хотите сказать? Не, мне все понятно. Это хорошо. Если не ясно, обращайтесь. 77-22-34-78. Звонить после часу ночи. До этого время телефон отключен. Битва на колодце не всегда будет вызывать позитивные моменты, но учитывая, что у Муна нету, нет, есть у него телепорт. Есть. А телепорт, почему он его не жмет? Непонятно. Почему не жмет? Кого? Он жмет телепорт. Да, уже жмет, базу. Уже жмет. Он думал, что возможно начнут бить. Ой-ой-ой, посмотри, у Муна. Минус Хантерка. Да, ты лимита. Хорош. 55-50. Карл Фул выходит из лимита. Подходит. Нага, есть третья, и два. Блин, как-то трушот, интересно становится. Трушот выпадает. Собрался. Нормально, я нормально. Не, все хорошо. Сейчас мы красную точку возьмем. Возможно, а может не возьмем. Я тебе не дам красную точку взять, так что не раскатывай, как говорится. Венецианскую впадину. Сейчас я тебя сзади как-то видишь, подхожу. О, не надо, не подходи. Понятно, это невозможно, пойми, надо брать. Есть, пошел сразу дриадочек бить. Ты взял точку взял, дриадку отдал, дриадку отсейвил, нет, засейвил, свиток у тебя есть, сей свиток. Неприятно, застафал, вырв Нагу. Пытаешься сделать вырв Нагу, непонятно, шаве. Пытаешься, ой, у тебя все побежали, ой, все побежали. Миша, контроль юнитов. Нет, не дает, нормально. Расконтролил, 54-51. Есть, Миша, дал мне Наги, неприятно. Ну что ж такое, как так недоконтролил, ну? Да ты еще и дриадок воспользовался, неприятно, 53 лимита.
Ну, по-моему, это была тактическая дача. Тактическая дача. А что делать теперь с этим, с Демон Хантером, у которого плюс 20? Или все-таки стоит когти отдать козлу? Плюс 20. Я думаю, когтика надо отдавать, потому что дальние юниты он находит нормально. Демон Хантер в основном часто используется как телепорт на базу. Оп, Миша, что ж ты взял-то дроп? И отдаешь поинты. Блин, ну куда он летит? Это гоблины контролят, это не я. Ты стафаешь, сохраняешь. Я стараюсь, да. Я на секунду позже тебя, поэтому... Ты меня обрадовал. Я же думал, что не улечу оттуда. Ну хорошо, 50 лимит на 58. Карл Фул вышел, соответственно, из лимита. Непонятно зачем. Зачем вот ты вышел из лимита? Ой, сейчас ты меня подожмешь сзади, я чувствую. Я выхожу часто из лимита. Но вот сейчас, если выпадет мне аура вампиризма, опасная битва. 50 маны, убивает, все мобы бьют меня. Ай-яй-яй-яй-яй, какая... Дракон, смотри, какой дракон. Дракон, есть телепорт. Ну, что там выпало, что ты забрал? И Брейсер, куда? И есть, я тебя отгоняю, я знал! За счет того, что у меня 8 лимита, я смогу отбиться, Кейп Джек, Миша. Хорошо. Ну, как ты чувствуешь? Еще пока нет. Пока 1-1 угрозы по не ощущаю. 1-1 по грейдам. Это у Карл Фула или у Муна? 2-1 у Карл... Coral Fool'а. 2-1 сейчас будет. О, полетел я. Козла только не взяли, потому что он... Не знаю, животными нельзя. Хотя медведи пустили. 2-1, медведи. Так. ЛП. Это клан... У Муна клан ВС, а у... Противника ЛП. Что это за кланы, интересно? Ты не знаешь, что ли? Я тоже не знаю. Ты как-то тоже задумался. Пошла атака. Ой, а он полетел. Затягивает. Чувствует что-то. Став какой-то пошел. Хорош. Посмотри сейчас. Да, это ГГ. Ну, чё ж ты так? Ну, подбей. Шаве. Минус медведь, Миша. Ну что ж ты, Минус. Получай. 58-50. Иду в атаку. Как он? Ой, минус девятка, Миш. 7 лимита. Миш. 7 лимита. Оскорбления пошли, оскорбления. Миш. Не гори, нормально контролишь. 2-2 сделаем. До финала посмотрим, что будет. Летишь опять. Сейчас долетаешься, летишь. Да, опасно очень что-то летать так. Они ищут телепорт, вылетает. Есть. Дроп. Ну, став. Ну, увидь, сенсей, сенсару. Летит дыатка. Подлетает сразу, сбивает. О, сбил, хорош. Ой, минус медведь. Ой, два атака. Телепорт на телепорт. Пошла. А что телепорт не прожимаем? Вот. Да давно пора уже. Ну, уверен, что добьет. Если добьет, позиция прожимаем. Миш прожал. Молодец. 56-50. Нормально. А что там по грейдам? Миш, грейды делаешь? Да, делаешь. 2-2 у меня вроде сейчас должно быть. Сейчас посмотрим, что там у тебя. У тебя 2-1. Крутое пике ты исполнил. Крутое пике. Ой, 7 брони. 7 брони на здании у тебя. Проходит. Чекает. 55 на 50. 700 голды. Ой. Летишь снова. Ох, и пилотер. Надо дроп отбить, кипер щемится. Ой, сейчас зайдет. По-моему, нету ТП. Есть ТП? Нету ТП. Миш, сейчас ГГ мне, походу, будет. Ой. Почему ГГ? Не понял. Сейчас увидишь. Что там с нагой у нас? Не понял, почему. А как так получилось? Слушай, я отвлекся на секунду на кота, а у тебя, оказывается, вся армия без телепорта, чёрт знает где. Еще и застряла. Ты ж внимательно смотри по мувам. Проходит дальше, вывается в хипе, а там иллюзия. Будет ли полечить Демон Хантер? Но это не точно. Минус база. Будет, не будет. Добьет, смогу поднять знания. Будет. Добьет, не добьет. 7 брони у меня есть. 7 брони, ну нету где-то полечиться. Демона Хантера подбьет, не подобьет. Застряла нога, последний скилл. Минус кипер, минус что будет?
Застафал, надо делать ТП, забали. О, господи, какой трэш-контент. По-моему, база выживет. База выживет, я смог, сука, да. 42-51, не закачаешь. Биланжий. Подожди, а где у тебя виспы? Как ты будешь сейчас добывать? Из висков буду силой мысли отбиваться. Сейчас посмотрим эти. Одного заказал и нормально. И два в колодце. Вот это чуть не закачал. Вот она судьба. Надо же это. 2-2. Colorful, соберись. Дерева у тебя ничего нет. Демон Хантер опять бежит. Просто не исполняет, сразу возвращается, сразу оббегает. Есть став. Вот это я Мишу довел. Уже. О, Миш, держись. Все в порядке. Сейчас конец скоро будет. Все в порядке. Да. Будет. У нас будет продолжение в XCOM. Что... Ну, я повезло, что броню я прокачал. 53-50. Вот это катки. А кто-нибудь не вообще не делает Nature Blessing в Мироре? Медведи. Все делают, когда такая хрень происходит. Че-че-то. Да, сейчас с базы сложновато выходить тебе, да? Вроде как и дерево еле живое, надо виспов делать, неким чинить. А выйти не можешь. Очень такая патовая ситуация, так шахматы, но... Цуцванг где-то близко. Ой, Colorful качает, сейчас пятого набьют. Главное, чтобы его не убили опять. Проходит Demon Hunter. Вообще стоит оценить стрим от 1 до 5 и оставить отзыв. Demon Hunter. Иллюзии. 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 Иллюзия же крутая штука, да, в Мироре? Да, вообще просто. Ну, прикинь, ты юнита. Ну, тебе надо что-то делать, а делать-то не можешь. Потому что не всегда понятно, где они. Угу. Они танкуют. Танкуют. Вылечил по практически дерево. Надо что-то делать. Ой, 55-50. Вообще, катка идет. 20 минут, ребят, чтобы вы понимали. 20 минут. У ребят 50 лимита. Только не отдай Демона Хантера. Ой, минус дриадка. Ой, застафал. 55-50. 4-3 у Coral Fool'а. 5 скоро будет. А у Муна 4-4. Да. Да, да. Грейды 3-3, скорее всего. Хотя, может быть, Colorful уже подотстал немножко под этому. Миша, что ты делаешь? Что такое? И опять телепорта нету. 6 медведей. 6 медведей заводишь. Вот хулиган, вот хулиган. И смотри, у него еще два этих. Ой, залетаешь. Это очень аркадно. Ой, рыбак. Не, ну что, аркадно. У него есть став, у тебя еще есть став у Демона Хантера, как я понимаю, и телепорт. И я вот не думаю, и ты еще и базу ставишь. Ой, хулиган переходит. Пора. Медведи дропать. А уже невыгодно дропать, дело в том, что. У тебя выгодно, закончилась база. А, выгодно. Про это, да. Угу. Да, и окей. Ты переходишь. Ну вот он дерево хочет. Дропнул. Сразу, что делать? Ну, ТП будет. Добьет. Ой-ой-ой-ой-ой, надо. А что здесь? Ой, Миша! Шаве! Где ты, Демон? Чёрт, нет! Что ж ты творишь-то, родной? Что ж ты? Ну, не потерял ничего, мало. Блин, это могло так плохо закончиться. А чё он игнорил телепорты? То есть демон прилетел на персоналке, потом ещё дерево светится. И медведи такие, всё нормально. И тебе, во-первых, надо было сразу показывать, что у тебя нету героев, он это понял. А телепорт, ты что-то не мог заюзать, слишком долго думал, улететь или заюзать. Если ты заюзаешь персональный став, тебе еще потом телепорт надо будет заюзать. Угу. А улететь ты мог, ты оценивал ситуацию. А-а-а. Оценивал ситуацию, проводил причинно-следственную связь. А что у нас сейчас с мейном будет? Ой, мун вышел 62 из лимита, неприятно. Если телепорт... О, есть, Миш, у меня есть телепорт. А ты пошел в размен. Размен начался, да. Демон Хантер сейчас отбивает. Миша, так сейчас будет, просто... ты базу отдашь, и под колодцами будешь драться. Ой, Мишка, ливай, Мишка! Мишка, ливай! У-у-у! Чувствуешь? Запахло. Уже да. Профессионализмом. Если все плохо, звони в скорую. Я оформляй, как говорится. Ой, сейчас битва будет. Ну, Муну выгодно смотри. Как раз навязать где-нибудь что-нибудь, как-нибудь. Да.
Ну, а Colorful срочно надо обойти или сделать ТП на базу. Нет, только да. Не дерись, братан. Он начал драться, ворвался в кипера. Говорит, что шава сейчас происходит. Демон Хантер вывается 5-го левела. Высасывает всю ману. Мишка, что ж ты делаешь? Есть став. Прорывайся в нагу. Кипер сейчас удастся. Миша. Да, Демон Хантер его догонит. И ворвался в нагу. Есть минус кипер. Мишка, минус кипер. Нага проходит. Сейчас будет бой. Вырывается. Сейчас можно дать Демона Хантера. У него у меня еще есть Миша. Телепорт. Сейчас сделай телепорт. Не тут-то. Будешь ты смеяться, я еще дриадкой тебя, не ты мне дриадкой. Юзу телепорт, ну ты добил мою нагу еще за сейв. Что? А где твой телепорт, скажи мне, у тебя был инвул и телепорт. Что ты не жмешь ты ничего? Промазал, 37-50, господи, какая игра, что ж ты делаешь со мной, как говорится. Шестой Демон Хантер. Минус медведь тебе еще на... На 33 на 47, ты что, ты уводишь медведей, не уводи их, отводит минус там, у меня та база есть, а у тебя та базы нет, так что смеяться еще рано, да. Добивает, 33, 43, 39, 33, Мишка, я много-то закажу, еще минус медведь, какая бота, да ладно, 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 минус медведь, 33, 35, 33, Миша, шаве, вырывает своего Демона Хантера, проходит, 33-35, немного проходит, не успел ты заюзать, как говорится, страхование Аска, Миша, заказывай страховку на OLX максималочку, минус дриадочка, что ж происходит, Colorful Control не отдает ни одного юнита, возможно сейчас даст, это финал, тот, который мы ждали, ребята, 35-33, проходит 5-5, дает 150, засейвит ли он дриаду последнюю, у Миши нету базы, Мун показывается, он не может заказать кипера, ничего, сейчас шестой Дима. У кого у нас, но не у вас, Миша, мы можем расстроиться. Так, сейчас я пополню колодцы и приду показывать вам Amazing Superman! Вот он, это 0-2, чтобы помнили, это 0-2, это как вчера после большого-большого алкогольного опьянения. Просыпается, проходит отрезвление. Карлфула, и он делает 2-2. Какое начало? Кто был предсказателем и Вангой в этой ситуации? Супермена мы увидим. Заказывают финального кипера. Не показывают, заказывают ли нагу. Шестой очень много лимита. Борьба. Сейчас будет прием. Прием маэстро, две дриады дают преимущество колоссальное Карлфулу. И сейчас, еще медведь, еще возня. Лягушка блокирует дриаду, как же дается, эшаве, да поджимай, давай. Дриадка скочит, какая она красивая, все-таки форч не говно. Это хуже, чем понос, но близко, чем говно. Да, зажимает, возможно, респы подходит, не заказывает нагу, отдает двух респов, отдает дриаду, выходит, засунет, медведи дают, остается два медведя, у Муна остается, у него скоро выйдет кипер, но он ему не поможет, потому что нет базы, и нет дриад у Муна, отчаянная попытка убить виспов, диспел, какой... темп, какой 159 голды, какой темп нас по чуйке ждет, финальная катка в Эльф Мироре, бо 5, Colorful против Муна, дает дерево леща муновскую, Демон Ханта не восстановил ману, возможно он сейчас восстановит, пора бить алтарь, но не сегодня, если сейчас не зажмут, где-то неожиданно под колодцами, выходит кипер, сейчас будет секс, но не у Муна. Да, дается. Корни по шестому Демону Хантеру. Срывается 5 виспов. Вот о чем предположение. Можно слить Демона Хантера на месте. Нет, нельзя. Нельзя. Идет борьба. Возвращаются. 4 медведя Карлфула врываются в здание для производства лимита. И ничего здесь не происходит, позаказывается второй висп любви, Нага не выходит, у Муна остается 22 лимита против 26, ничего он не может сделать.
Это победа просто. Какая борьба, какая возня. Возможно ли он сможет? Но отсутствие Дриад просто колоссально, потому что мы сейчас выйдем. Супермен! Проходит, выпил ману, сейчас заюзает, пойдет в атаку, возвращается, стоит в базу, не выходит. Color, full, просто умничка. Ты согласен с этим? Да. Мой сокастер. Конечно. Все серьезно, не время для смеху, для этих смешочков. Потому что финальная карточка очень серьезно. Возможно, он появляется новый талант в Поднебесной. Супермен пошел. Да есть же! Ой, не хочешь сражаться, ну, с ним. Супермен тут очень красивый, просто да. Очень красивый. Прям вот тут стоит на него. Нет. Стоит на него десюлик мой, как говорится. Стоит десюлик мой на Супермена. И ничего не сделать. Четвертый кипер. Стоит, поджимает, стоит, кипер проходит, Демон Хантер бьет, сейчас можно окружить, есть дриадочка просто падает, он ничего не может сделать, потому что он может заюзать омоложение, уму на нечем, есть дриадочка решила игру, я думаю, девочки всегда спасают, ой, минус Демон Хантер, да, вот он кипер, вы сразу залпа, да, вот он падает, да, шаве, два, да ездить надо было, 2-2. Невероятный камбэк, конечно. А ты ожидал? Ты ожидал? Нет, конечно. Потели здесь только мои яйца. Не знаю, как у Миши. 2-2. Для них не сидят, они вообще в шоке, данные комментаторы. Она спрашивает у него, парень, что произошло? Эти две днищенские игры в начале, это что было? Ну, малая, послушай, я не знаю, что за хрень происходит, но я чувствую, что нас ждет финал, тот, который мы стояли. Потому что 0-2 или 0-3 просто бы не устраивало всех наших миллионных зрителей, полководцев, акалитов, виспов, орков, хуманов. Поэтому мы будем верить, что пятая игра просто на мой десюлик даст. Давай хайлайны покажем, а пока все остальные пусть передернут, как говорится, чайка либо водички. Пойду налью себе водички. Ребят, если что, у нас тут есть второй сокастер, я не знаю, наверное, отошел. Демон Хантер Нага. Миша, вы здесь? Первый. Это Десюлик. Ты здесь? Десюлик, ты где? Десюлик, это я. Двацулик, ты где? Отошел, короче. Ладно, вернется. Может, пранкует здесь, меня? Здесь, я все в порядке. А здесь что? Все, да. Хорошо. Ты уже разнервничал. Ну как тебе, чувствуешь? Я чувствую, что голос у тебя подбодрился немного. Я проснулся, да. Да тяжело, наверное, конечно, вставать. С совом вставать на это в 11 часов дня. Я сам в шоке. Скорее всего, Мун будет в потму играть на последней карте, чтобы там не было. И мы должны были на этим медведи надоесть этот весь валидол. Он может махнуть рукой и сказать, да ну нафиг. И в ну, два барака сыграть. Момент был в игре. Был. Colorful будет брать. Надо подлить интриги. Кто же? Ты за Муна? Мы за Colorful? Я за Муна. Я так не меняю коней на козлов на переправе. Меня козлов коней. Ну что, посмотрим. Да должен брать какую-то трэш страту и ей закачать. Миша, я чувствую, нам надо забиться на пятюню. На пятюню? Да, финальной стратегией. С ГГ на ГГ. Ну давай. Я за Муна, ты на Калашула. Погнали. Да, на пятюню. Поддали огня, как говорится. Да. Ой, ну все, ну держись, короче. Все, сейчас я молчать не буду. Давай, я то заснул там. Ой. Ну все, это халява, короче. Ай, блин. Да давай, месячная моя пошла. Просыпаемся, тут борьба, кто кого переговорит сейчас. Colorful, вся энергия в тебя, давай, брат, пятюнька.
Темплар в чате пишет, и этот человек рассказывал нам про ставки, мда. Одно дело ставки. Спорить с знакомым человеком, не отдавая никому комиссию, для того, чтобы интереснее было смотреть. Другое дело... Что мне с ним сделать, скажи мне? Ну, имеет право высказать мнение, у вас в Конституции это расположено, там 30 какая-то статья, наверное. Да. Более исполнение, поэтому его право, мы подбодрили огня, как говорится. Угу. Поэтому это добавит несколько легкий челлендж и добавит, я считаю, интриги и комментирование от Михаила, чтобы он показывал, что он все-таки молод, молод. Финальная катка. Какая катка? Тиндер Хантерс, там Тайт Хантерс, Тиндер, Тиндер интересный. Тиндер Хантерс. Наверное, есть такая. Так она и есть, Тиндер Хантерс. Тиндер Хантерс. За Муна, за легенду. Colorful никто вообще, Мун легенда. Погнали. Давай, начинаешь обсирать моего игрока. Я. В смысле, это объективная реальность. Где твой Colorful? Когда Colorful что выиграл? Когда Colorful что выиграл, скажи мне. Когда? Сейчас выиграю, посмотрим, когда. Сейчас, Миша, сейчас! Сейчас посмотрим. Начинается там смехуёчки всякие. Нельзя смеяться. Нельзя. Смешариков нам тут. 2-2, колосу, давай! Баталии, ребята, баталии. Финальная катка. ВГЛ 20-21. Фоги дошел до топ. До топ... 8, да? 8, до топ-8. 5-8. Тони Монтана, привет тебе, привет. Никто не Амон, здрасте, да, всем... О, я говорил тебе, я говорил! А я говорил? Ты скажи, говорил я или не говорил? Говорил, трэш говня. Что это такое? Так, Colorful кипера взял. Быстро возьми кипера. Кипер — это не контракт, Патми. Так должна быть контра вообще. Ну, давай, ну, какого героя взял? Да не пофиг, какого героя взял. Даже Апсу не интересно, что там твой Colorful вообще делает. Что он там строит. Демон Хантер, да, забей. Тогда вообще забей. Еще давай, две затащил, третью возьмет. Давай, давай, кто-то должен принести нам бонус. Colorful вперед, пацаны, поделились. Кто за Мишу, тот за Мишу. Кто за Colorful, все за Colorful. Так, пошла. Что ж, увидел жрицу, увидел. Должен предпринять какие-то действия. Только какие? Что ты делаешь? Вот что ты делаешь, если видишь жрицу? Я ставлю колодец. Третий Мунвелл, да, пораньше. Да, ну и что еще? Арчей нон-стоп с одного барака, что еще? Ну, давай. Можно ставить Хантерс Холл, как бы, и потом... Хантерс Холл ставить? Да. Хантерс Холл против Патмы? Конечно, ты шо. И с одного этого лупить, и второго героя бьешь, и потом даешь тебе, как говорится, два в дуньку, один в пуньку. Нормально, бежишь. Вот куда ты бежишь? Я в аркаду. Куда ты бежишь? Какую в аркаду? А ну, отходи от аркады. Без паза ныкал там. Так, только не уходи далеко, не дерись, не беги, стой рядом с базой. Все, нет. Братан... Все в порядке. Все в порядке, он делает все правильно. Я вешаю виспов, все контролирую. Нормально, Патма у нас выманивает, хорошо. Вот, фатальная ошибка, ты начал качаться. Я тебя поджимаю. Начал. Что ты сделаешь? Что ты сделаешь мне? Голосовалку, пацаны, надо голосовалку. То, мун, Colorful, финальная катка, 2-2. Висп-разведка, 60 голды потеряешь, не потеряешь. 60 голды потеряешь, не потеряешь. Ну, покажите, блин, нам нейтралов. Там Дима бегает, Патма бегает, алло. Показывает просто ужас, ну вот серьезно. Просто ужас. Циркулетка у меня есть, у тебя. У тебя есть тоже циркулетка. Ой, даст ты купил, ой, даст, 75 голды. Ну вот куда ты ведешь этих харчей, господи, ну не веди их просто, ну зачем ты их ведешь? Он сейчас их словит и вот даст им. А ты видел, как я у тебя виспа убил слева, того красненького, которого заприметил? 60 голды. Вот так вот. Ты даже не заметил. Сейчас будем на крипджек от тебя ночью. Смотри, да. две твои арчерки. И... А зачем я арчей строю? Не знаю. А, я буду пушить с этим, с нагой. Да, Мас, без хантов ты. Ну давай хоть арчу засейв, ну пожалуйста. А как ну, ты ее засейвишь, скажи мне, вот как? Как? Хоть убегать там без пом. Ну вот куда он их вывел? Ну, братан, соберись. Ну... А ты знаешь, что арчей вообще в такой ситуации нельзя отдавать? Нельзя их выводить с базы даже в такой ситуации. Ну вот, и непонятно, зачем это делает. С Патмой же это только пуш. Какие там варианты?
Я даже магазин ставлю рядом с таверной. Знаешь, что это значит? Это я ставлю, если что, чтобы ты понимал. В смысле? Да шутка, конечно, ты ставишь. Ты будешь рафтить с Нагой. Ну, конечно, увидели, буду. Сейчас мы его отменим. Главное, чтобы магаз не отменили. Блин, да куда, ну куда ты, ну зачем? Блин, бесячий какой, а. Нормально. Слиперсы и Виспа мои. Видел? Виспа видел, как отменил? На тебе 60 голды. Ой, это сильно впереди, кстати. 31-33. Да, 5-4 колодца. Хорошо, хорошо. Панду возьми, только панду возьми. О, Миш, засейвил ты Виспа. Хорош ты, хорош. Да, так, я борьба? Думал, ты сильно впереди. Не, ну 33-31. Ну, у меня даста нету. Это плохо. Я даю арчу опять. Ну, господи, ну как так отдавать можно? Ну, подожми, есть, поджал. Слава яйцам. Нага пошла. Ты вынял нагу. А это что за отдача арчей? Зачем ты размениваешься вообще? Да нормально. 5 косарей. Самые зявы. Минус 1 арча. Панду взяли. Сплитимся сейчас аккуратнее. Сплит арчей. Мун, сплит. Блин, одну мун, ну ёпары сэте. Хочу, хорош, просыпайся, уходи, выпивай ману, убегай на базу. А чё это стоит? Подмот, контроль немножко назад. Назад, нормально. А чё я сэви, сэви, братан. Ну хоть в тень уйди. Это уже какая, минус третья, минус четвёртая, я уже запутался. Сколько ты уже арчей дал? Он виспа вообще оставил. Виспа просто оставил. Ну только не говори, что ты просветишь эту арчу. 34-33. Ну что у него висп стоит, он ничего не делает. Господи, он сейчас пойдет качаться еще сюда. Не гони беса. База есть, базы нету. По лимиту ровно. Этого я не понял, кстати. По лимиту ровно. 36-35. Ну кто? Он Т3 уходит. Нет, мун будет пушить. С талонами. Ой-ой-ой, есть. Есть глаз. Блин, крабик. Черт. Крабик. Ой, сейчас если свиток отдаст взять, то будет ГГ. Ой, он по-дебильному поставил глаз я. В низинке, да, ничего не видно? Да, на подъем не видно. Проходит Демон Хантер. Сейчас будет раф со свитком очень сильный. Не знаю, как он даже будет отбиваться от него. Да, с первым талоном. Ну, панды. Да. Панды пытаться. Ну, там сплитить нужно просто и как бы разделять. Разделять, тянуть, свиток не юзать. Потом бац, взять, все здорово, и ты выходишь. Да. Панда. Виспов бы еще с собой взять. Я вот не знаю, что экономит виспов. Ну, сплит, блин, ты что делаешь? Где патма? По свиток покупает. Купила свиток. Будет ли пушка? Но если пушечку поставил, было бы хорошо. Так он же без хантерскол вообще идет, нет? Не, хантерскол уже поставил где-то. А там думаю. Есть, да? По-любому должен быть. Он да мне кажется, что он в Т3 просто ради меткости арбы идет. Думаешь, третьего героя какого-то брать? Mm-hmm. Не видно, не показывают. Базу сидят, свиток под берет, будет раш. Сейчас виспов, походу, срывает. Есть талонец есть. 41-39. Вполне отбивабельная штука, кстати, это. Да, сейчас учить. И ты виспа берет. Это ну, грамотно. Как взял этот. Ну и где стоит. Ты видишь Hunter's Hall? Непонятно, может стоит где-то, не показывает. Но все дыхание. Правильно. Дыхание пошло. Есть колодец. Фэри фаер пошел. Есть, да. Дышит, не дышит. Панда. Ну, два колодца. Ну, возьми колодец. Ну, колодец. Колорфу, колодец. Господи, что он делает? Он волнуется очень сильно. Ой, минус. Шаве. Правильно я говорю? Шаве. Это просто. Вот, я не знаю, что с ним происходит. Это просто... Братан, шаве! Третья патма уже, вторая аура, алло. А это все удаляет. Сейчас свиток будет, смотри, какой красивый. Смотри, все... Опа, будет. И все здоровое. И вот все, такое. И ты отступаешь. Ну сейчас я панду выйму, если ты эти герои дырка будет, то тебе пиши пропало. Там арба ну, еще можно решать. Хоть ману. Ну куда ты талоны ставишь вперед, блин? Там два колодца есть. Ну что ж ты делаешь? Арбы еще нету. Ну отходи демоном хантером. Нельзя. Блин, можно не продавить еще нельзя. Здесь. Можно 44, продавить 44. Так лимит-то ровный. Шаве! А, блин. За свитком побежали. Отступать-то здесь свитков особо пока нельзя. Нету. Свитков да. Пока нету. О, Миш, ты все виспов заюзал. Я все шаве заюзал, кажется, уже рановато.
Вот если сейчас, а он не может, ну ставь, выпил ману, ну что, дарка будет, дарка, тинкер, дарка. Тинкера возьмешь. Можно, тинкера. Лорд, красава, мой пацан! Нет! Блин, дыхание, нет, Мун! Все, и свиток не взяли. Мой пацан. Блин, я пойду начислять тебе уже. Чем быстрее. Не. О, нет. О, да. Хорош, надо хоть окно закрыть. Нет, надо достримить. Хорош, 50 лимитов. Миш, у тебя 43. Да главное, Т3 нет у меня уже. Все, Т3 у меня нет. Миша, 43 лимита есть! 43! 43! Где ты? Это рыба! Рыба! Проходит пальна, ты пытаешься наломиться, 47-49, я стою! Миша, ты готов! Давай! Блин, шансов нет уже, Арчу блин. Только не дай, ты Арчу не дай просто. Ну, Арчу, сейви, где твой став, блядь? Ну что это такое, блядь? Какой питлорд восхитительный, просто как супермен. С пандой, ну хоть 2-2 набей, хоть где-нибудь подрежь, 2-2. 2-2 набей, хоть где-нибудь, пожалуйста, я тебя прошу, я. Прошу тебя, давай. Ну, телепорт есть, свиток, став есть. Там жрица пытается, что делать, что делает Мун? Покажите базу Муна. Взял свиток. Проходит, поджимаю, да? Ну куда Бриса, ты лезешь? ТП есть! Ездит, он. Ой, что с луналиким, он там губки еще прижимает, капец. Капец, он там медведи что ли ставит, я не понимаю, не показывают. Покажите базу, базу Муна. Ты иллюзия, вторая Миша, панда. Три иллюзии. Вторая панда, Демон Хантер, третий. Есть телепорт. Сразу, не экономим, сразу. Третий? Нет, не успел, не набил. Сейчас он внизу нейтрал убьет. Смотри, Миша, медведи пошли. Миша, медведи! Жесть. Какая чё? Ой, тут Т2 до сих пор. А ты будешь, походу, с бараками меня рашить? Просто какое сражение от Colorful'а. Просто вера Соника в него приносит ему практически чемпионский титул. Свиток есть. Ой, нет, не иди туда, просто нет. Ну куда ты? Нет, он тебя разводит, нет. Нет, братан, нет, что ж ты делаешь? Жрицу вырывается, до Манхантера проходит, там есть инвулка. Есть свиток, ты ж на подъеме, есть три иллюзии, есть инвулка, есть. Возьми свиток. Купи его, беги очень много Colorful'а. Это провал. Миша, давай подбодрись, Миш. Не стоит недоверовать Луналикова. Застафал, красава, застафал. 48-50. Есть эти Демон Хантеры, только не дерись, только отходи, качнись, ну не дерись, ну там колодцы, ну ты эти Демон Хантеры. Сука, тебя сльешь всю, как говорится. Демона Хантера, куда ж ты повел? Жрица, выпил ману, ну не, убегай, ну не надо этого делать, это все похлеще, чем все. Уходи просто, есть свиток есть, куда ж ты, родной? 45, 48, проходит Демон Хантер и убивает, вырывается жрицу. Демон Хантер, ну нет, убей шоп, уходи, просто уходи. Ну не делай такого того, что сделает Соник. Там нычка просто у Муна, там нычка у Муна какая-то вообще. Заливаются арчи, смотри. Да я вижу ужас, он сейчас сольет. Сейчас Питлорд может умереть. Yeah. 46-37, сейчас все умрет. Сейчас все умрет, у всех здесь умрет, Питлорд. Все. Убил, инвулка есть, телепорт там есть. Ворваться в нагу, панду, спаси ее. Вырывается, сейчас будет инвулка, здесь будет нагу. ТВ! Карафу, давай, братан! Премия будет сейчас! Минус арчи, 29-43! Сейчас будет шаве! Давай! Пальту сейви жрицу выбивает! Добивай нахуй, вырывается 3 арчи, остается у Муна! Дается Демон Хантер, доходит нахуй, там под пятами есть телепорт! Панда сейвится, Питлорд закажется, 48 выходит, медведь 29, сейчас будет бой! Сейчас он ей присунет! Спокойствие, короче. Она же змея.
Скажи минус что-нибудь, нага. Что с тобой? Минус нага, Миша, есть! Есть! Корл фул, братка! На тебя было сделано, как говорится! Серьезная катка, просто, шалом, панда идет, панда есть, 3-2, выходит первый медведь, ладно, заканчивай эту победу, группа сопряжения, Мунсайд базу, всем ради, 48-31, сейчас будет бой, походит на гол, он выходит, пытается косить, сейчас холодный пойдет, жрица голая, без маны, сейчас будет, да, дави, проходит, база стоит, Colorful бежит, сейчас что-то будет. Это ГГ, Миша, ну нельзя так стримить, надо болеть за своего, до конца болей, Билан, пада врывается, вот она игра. Доходит до Манхаттер, дает, сейчас ворвется, пада, давай. Панда вырывается, дует, он не дует, сейчас дует, что-то украл, вырывается, минус арча, минус вторая, минус третья, и подходит рыба мечты с огнем в голове, четвертый дабл-хантер, сейчас кто-то напишет, шаве! Минус база проходит, медведь проходит, 34-48, панда проходит, выйдет база, кто сейчас ливнет, Миша, скажи, кто станет чемпионом, давай, скажи, давай, кто назвал, кто не верил, кто Миша, скажи, кто победитель ВГЛ Саммер 2021, выбивается, дает мой, почувствуй, какого графти может дать раскладывай. 0-2, какие были фантастические катки. Демон Хантер дают. Арчи подводится. Медведь, обложение. Все промахивается. Жюрица делает рев. Сейчас она упадет. И, ну, финальная ТП. Базы нету. Разгрывает. Скажи, Миша. Калашу Клослава, да. Затащил. Шавы. Соника! Нет! Спасибо, Соник, за комментирование. Я пойду в XCOM.